Всем привет! Иду на пляж с вилкой. Сюда вот. Какая красота там. Волны небольшие, не сильные, не страшные. Но брызги от них бывают порой. Ох, какие, я вам скажу. Вот именно тут я хочу на них посмотреть. И, судя по всему, не я один. Практика показывает, что когда я прихожу, море, как всегда, умолкает. Оно становится тихим, скромным, как сейчас. Но нам надо будет немножечко подождать тогда, ребятки. Вы же хотите стать свидетелями красивых, красивых войн и брызгов? Вот и я хочу. Близко к краю подходить не буду. Сами понимаете, тут можно под раздачу попасть. Кто-то назревает. Были свидетелями красивых волн на пляже с вилком. Поверьте, их будет еще много за этот зимний сезон. Сами знаете. Их просто надо подождать. Сейчас мы с вами дальше прогуляемся по свилкам помещения. Я посмотрю еще очередной партии больших волн. Там через две, через три. Пойдемте дальше. Волны красивые. Гуляем по Свирскому немножечко. Тут тоже может быть прикольно, но я помню. Меня тут один раз чуть не обдало волной такой конкретной. Пляж Свирский, узнаете? Море временно отвоевало себе территории. Там дальше на горизонте идет еще одна большая партия волн. Не знаю, большие они будут или маленькие. Иногда сдалека смотришь, кажется, что они сейчас как покажут себя, проявят. А потом подходишь, и вроде как ничего такого, как все подходят, ничего такого сверхъестественного. Ну, с этого ракурса тоже интересно, можно посмотреть. Да, вот там, где мы сейчас только что стояли, там все-таки интереснее. А здесь поближе. Похоже, я буду сейчас переносить ролики, которые снимал ранее. Вот хорошая идет волна.
Хорошо, что до меня не достало. Короче, я могу здесь сходить долго. Долго и упорно, как говорится, смотреть. Пойдемте уже прогуляемся по Свирскому чуть-чуть. Не знаю, когда я буду выкладывать эти ролики. Сами понимаете, дело неблагодарное. Сидеть у компьютера часами. Проще снимать, интереснее. Ну давайте я пройду все-таки по пляжу Свирскому. Знаете почему? Мне интересно. Опять же, вспоминаются ролики 2009 года, точнее фотографии 2009 года. Вы увидите этот ролик позже, я уже про него говорил в одном из предыдущих видео, которое снял, и не знаю, опять же, когда буду выкладывать. Вот такой вот. Там будут вот такие вот пимпочки стоять тоже. Вон сапер, кстати. Куда-то серебро парни ищет. Увидите. И я его сравниваю, то есть 2009 год с 2022, то есть с сегодняшним днем. Там иногда будут проблеснуть фотографии 2000 года, 2001, там единичные случаи, но будут. О, смотрите, а тут на Свирском-то изменения, причем глобальные. Тут в целях обеспечение безопасности железнодорожного полотна замуровали демоны все. Смотрите, я этого не видел. Море красиво. Вот тут я в прошлый раз залазил на лесенку туда вот. И там вот снимал. Помните? Здесь безопасно. И очень красивые волны. Ну, можно лицо может облить, но не более того. Вот про что я вам только что говорил. Красота. Хочется снять какой-нибудь коротенький ролик в формате 4К, просто вот, знаете, вот просто как море шумит. Я понимаю, что он вам надоест вот это вот все смотреть, потому что все ролики в принципе однотипно похожие. Ну вот что-то мне манит. Манит меня и манит. Так что про Свирский, наверное, все. Всем пока. Немножечко 4К. Пока в 4К. Круть. Круть идет он там дальше. Всем пока.